Важный сектор сельскохозяйственной отрасли – растениеводство. Россия – страна не южная. Климатические зоны и часовые пояса вносят свои корректировки в аграрный календарь. Потому тепличные фрукты и овощи можно выделить в особый раздел занятости, которому требуется максимальное внимание со стороны государства. Для наращивания мощности этого направления федеральный Минсельхоз субсидирует строительство теплиц, возмещает от 20 до 35% затрат инвесторам. Также субсидируется закладка садов и строительство виноградников. И уже сегодня, если исключить из списка тропические фрукты, самообеспечение собственными плодами достигло 70%. В субботу, 11 ноября, смотрите новый выпуск из цикла программ «Проф и я. Село. Территория возможностей».